Кстати, о елках. Вот мне интересно, почему к празднику ее все-таки принято наряжать? Она же вроде сама по себе красавица. Ну, здесь есть разные версии. Например, в Петербурге повлияли на распространение этой традиции кондитеры-швейцары. Они предлагали к празднику готовые наряженные деревца и сладости с елочной символикой. А вообще существует несколько легенд. Об одной из них, наиболее известной, расскажет Наталья Жукова. Это сейчас мальчишки и девчонки поют эту песенку вокруг новогодней красавицы. А раньше ее исполняли малыши вокруг рождественской ели. Ведь именно к христианскому празднику было принято ставить зеленое деревце. Почему именно ели, следователи до сих пор не могут ответить точно. Существует несколько легенд. Согласно одной из них, когда родился Иисус Христос, со своими дарами к нему пришли не только животные, но и деревья. А вот ель, хотя и пришла с далекого севера, боялась войти в вертеп, потому что боялась уколоть своими острыми иглами младенца. И вот за это бережное отношение к божественному младенцу ангелы вознаградили ее именно огоньками. Они-то и порадовали ребенка. Кстати, сооружение вертепа, то есть пещеры, в которой родился Иисус Христос, есть еще одна христианская традиция. Вот этот, специально для современных детишек, сделал тюменский умелец Александр Кухтерин. Средний ярус как раз посвящен памятному событию – Рождеству Христову. Над местом рождения божественного младенца взошла Вифлеемская звезда. И, увидев ее, мудрецы с Востока отправились на ее свет и преподнесли младенцу Иисусу свои дары – ладан, миру и злато. Согласно преданию, рождение избранного ребенка узнал и царь Ирод. Испугавшись, что однажды Иисус займет его трон, Ирод повелел погубить всех младенцев, за что позже жестоко поплатился. Когда пришла за ним смерть, провалился царь Ирод, где мучили его. Именно библейский сюжет изначально показывали и в уличных рождественских театрах, которые, кстати, также называли вертепами. А в наши дни вертеп можно увидеть разве что в музее. Наталья Жукова, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро.